Добрый день, мы находимся на спортивном мероприятии по стритболу. Пойдемте посмотрим, что интересного происходит на баскетбольном корте. На данный момент происходит полуфинал среди мужских команд возрастной категории 18 лет и выше. All I know is you don't? One says, love is. Can I ask you a question? Yes. How was the game, or you didn't play yet? I haven't played yet, but I'm looking forward to playing. This should be very interesting. How's the event going? It's going good. I like the girls' event. It was very nice, very structured. The 18 and under, it was cool. But now it's our turn and I'm ready. Thank you very much. Yes. Добрый день, Кристина. Очень непривычно видеть вас на спортивном корте. Может быть, вы пришли, чтобы создать новую коллекцию для спортивной одежды? Хорошая идея, на самом деле. У меня уже есть спортивная коллекция, но, может быть, появится у меня новая муса для этого. Всякое может быть. А на самом деле проект благотворительный. Я очень люблю благотворительные разные проекты. Поэтому не смогла сдержаться и пришла сюда. Я знаю, что здесь участвуют также дети из Арцаха. Для меня это очень, меня это очень тронуло, на самом деле. Спасибо организаторам, что в такой период они создали, ну, капельку такого праздника, наверное, для детей. И не только, наверное, и не только, и для нас тоже. Мне очень приятно здесь находиться. Я пришла сюда со своей дочкой. Она тоже здесь проводит очень великолепно свое время. Поэтому очень круто, круто все организовали, я не ожидала. Супер. Мне все очень нравится. Самое главное – позитив, и все радуются. А для нас важно, чтобы наши дети всегда были рады. Спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо, вам также. И хотелось бы вас спросить, как участника, как для вас прошло сегодняшнее мероприятие? Здравствуйте, я в таком мероприятии участвую впервые. Прошло очень хорошо, хотя мы и проиграли все три игры. Но это было впервые для меня, и это очень прикольный опыт. Я как любитель очень рада такому событию. Мне очень понравилось все.